Ну, Миша, мягкая штука. Собака поступила с отравлением. По признакам. Похоже на отравление кобазином. Чем быстрее, если успеем, конечно, поставить ей противоядие, антидот, скажем так, может, еще обойдется. Должны выкарабкать, ну, вытащить, в смысле, должны вытащить. В таких случаях, когда отравление тубазитом, нужно срочно колоть препарат, называется пиридоксин. Или по-другому, по-русски, витамин В6. Если этого не сделать в ближайшее время, после отравления, собака просто на уши умрет. Пиридоксин набрали. Так. Витамин В6. Так, сколько он был? 10. Сколько? 10. 10 он. 10 миллилитров. Ну, где иголка? Так идет, бракованный катетер попал. Сюда кто-то его собирал на заводе, не правильно. Да, сейчас терпи. Терпи. Терпи, потерпи сейчас. Капельницы при этом отравлении ставить нельзя ни в коем случае. По ошибке, кто не знает, если
При таком отравлении поставить капельницу, собака сдохнет именно от капельницы. Почему? Потому что, в принципе, они умирают от внутричерепного давления, и капельница не поможет в данном случае, а наоборот, повысит внутричерепное давление, и собака умрет. Капельницу ставить нельзя. Колется одна ампула на вес на 1 кг веса собаки. То есть если собака весит 30 кг, значит 30 ампул за раз. И так 3 дня подряд. На третий день отпустит полностью. Все. Так, от этого я вырвал. Уже не вырвал. Есть еще этот самый какао. Это сколько? Это что? Ничего. Ну, оно больше 10, оно тяжелее. Хорошо, хорошо. А сколько всего там? 15 получится? 15 на ногу. Вот это вот делается в течение... Хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Потерпи. Держи лапу чуть-чуть. Есть? Есть пластырь? Все, не отталкивай, можно есть, не оторвется. Все, теперь отлеживаться. Так, ладно, завтра, надеюсь, придется еще раз так же сделать. Ну, в данном случае я считаю, что еще не поздно, успеем. Ну, то есть вовремя успеем. Пока я не вижу таких изменений у нее. Прямо дышит вроде бы более-менее. Паралич другое дело, понятно. Ну, обычно при таком отравлении у собак эпилептические припадки. Ну, вот, что в данном случае приблизительно можно наблюдать. Просто саму полную остроту фазы просмотрели уже. Мы же не знали, что с ней было. Это должно быть получше ей сейчас вообще за ней, чем до этого было с вами, да? Ну, надо положить под лёжку вообще. На его пока что все. Ну, это вообще уже, да? Она падает. И если вовремя уколоть, то собаку можно спасти.
буквально вот сколько мы назад? Минут, наверное. Минут 5 прошло. 10 назад я укол поставил, она уже на лапах стоит. Ну, все равно нужно будет продолжать обязательно колоть еще 2 дня. В том же объеме, то есть ампула на килограмм веса. И все будет нормально. Ну, но сейчас ей можно морду занести, потому что понесешь, она в себя приходит уже. А не кусается вообще скажешь? Не кусается? Ну, дальше несите ее на отлежку вообще. Не надо. На-ка, на-на-на-на-на-на-на. Видно, что собаке плохо. Она еще, конечно, не имеет сил таких возможностей, чтобы долго держаться. Но я думаю, что придет в себя, нормально все будет. Придет в себя. Все боксы на данный момент послеоперационные заняты. И последнее место, куда мы можем распределить спокойное и теплое, где никто не будет мешать, это наш душ. Душ прачечная. В этом месте мы моемся, стираемся. Но на данный момент никто сегодня в душ не собирается. Поэтому девчонка будет сейчас здесь отлеживаться. Ну давай, зайка. Вот таким вот образом. Здесь мы иногда принимаем душ. Вот такая штука. У нас везде все в цветной плитке кругом. То есть ничем не отличается от остального здания. Вот такая вот у нее теперь больничная палата. И пока все. Ложись, зайка, ложись. Ложись, хорошая девочка. Ну. Ну, соплю веревками. Понятное дело. Это не водичку принесла. Вот, ну все. Давай. Вот так. Я надеюсь, что все будет хорошо. Так.